Жадный бедняк. Жил на свете бедняк, у которого не было ничего за душой. Приснилось ему, будто у него 60 овец, и он хочет их продать. Подошел какой-то человек и предложил за каждую овцу по 5 кирмануэли. Хозяин овец запросил по 6. В то время как они торговались, бедняк проснулся, им овладело раскаяние. Он снова закрыл глаза и протянул руку купцу. «Давай по 2 кирмануэли, и я уступлю тебе овец», — сказал он. Однако, кто дал бы ему серебра или кому и что мог он продать? Таково всякое сновидение.